на крыше 239. Ну, это, видимо, за счет того, что он достаточно далеко от моря. Ну, смотри, там поля какие-то уже. Но тут весь городок, всего ничего. То есть тут до города, в городе до всего близко. Не знаю, мне. Нижняя. Мне тут нравится. Тихуан, 165 тысяч. Да, ну, на сдачу надо покупать не здесь. Естественно, вон. А вон смотри, на в лагуне кусок земли. Нет, лагу тут нечестно. Я понимаю, но там... Это не лагуна, это реки, озера, это дельта реки. Не помню название. Здесь нет лагуны. Нет. То есть тут уже... Для бомберов, учить бомберосов. Бомберосов. По поводу экспатов, Люля, бургер ранч. Ну нет, я понимаю, что тут много экспатов живет, но... Что примечательно, экспаты это как раз не рвутся к морю. Море рвутся туристы. К морю рвутся туристы. Они построен отдельно стоящий город. Он подлетает. Я просто хочу посмотреть. То есть вот уже жилой район идет, смотри. Да, уже магазины, кафе такие уже местные. Ну хотя бы туристы. Да, это просто фотографии. Немножко прямо пройдем. Я расстояние не очень измеряю с карты. Пока... Магазинов много. Прям... Да, кстати, магазинов много. И ресторанов тоже много. Ну, ресторанов много, но как-то в туристических городах одни рестораны, магазинов нет. А помнишь, в Лиде фиг ни одного ресторана? Ну, там одни, по-моему, наливайки. А, так там все рестораны в крепости. Сколько стоит платная парковка? Так. 20 центов, 15 минут, максимум 4 часа, 3,40 евро. 4 часа 2,50, я вот вижу. Ну, это смотря какой день недели. А, да. Или зима, весна, что-то такое. Ну, 4 евро максимум на весь день. Но парковок, кстати, везде полно. Вот это здание? Да, возможно. Ну вот тут вот спальный район немножко лучше, чем тот. Чем ближе тут к центру, тем. Ну это прям совсем близко к центру. Люди из дешевого района не сказать, что плохие люди. Лёш, я не сказал, что они плохие. Я, к примеру, говорю. Я просто не хочу там жить. Мы там жить и не забираемся, Люль. Глазки-то есть. Хочу там жить. Смотри, каждый покрасил свой юнит. Свой цвет. Свой цвет. А, кстати, может быть. Да. Ну, как-то нелогично, непонятно, я не вижу никакого паттерна. Нет, не хочу туда, там некрасиво. Нет, конечно, недорого. За килограмм.